Нокаутирующую силу казахстанских боксеров уже завтра увидят английские любители спорта. Наши мастера на Туманном Альбионе поборются за европейские чемпионские пояса. Сегодня Ернар Ешенов и Александр Журавский прошли процедуру взвешивания. О том, каков настрой у казахстанцев, готов рассказать их тренер. Олег Ковальчук присоединяется к нашему эфиру из Саутгемптона. Олег Аркадьевич, добрый вечер. Ну, как чувствуют себя наши боксеры? Добрый день, Казахстан. Вся подготовка к боям, которые пройдут в Саутгемптоне, Англия, проходила в Алма-Ате. Состояние бойцов, на мой взгляд, хорошее. Подошли в весовом режиме, вот, прошли ряд спаррингов. Прилетели, хорошее размещение, хорошая встреча, хороший прием. Вот. В общем, никаких проблем нет. Сегодня прошли взвешивание без каких-либо эксцессов. Медицинская комиссия, заключение, все было на уровне. Ждем завтрашний бой, к которому готовимся, на который настраиваемся и в котором надо победить. Интересно, а как вас встретили англичане? Насколько мне известно, там сейчас много промоутеров, которые присматриваются к нашим ребятам. Встретили неплохо, разместили. Хорошая гостиница, уютный город, небольшой. Вот. В принципе, никаких вопросов с подводкой к боям не произошло. Вот, готовимся в профессиональных залах, продолжаем готовиться. Вот, ну, уже заключительный этап, легкая подводка. Вот. Что интересно, по вопросу по предложениям английских промоутеров, да, есть неплохие предложения, но мы их пока всерьез не принимаем, потому как все решат бои, завтрашние бои. Хотя предложения есть и с американской стороны, но пока все это отодвигаем в сторону. Главное – бой, главная победа. Этих побед я вам искренне желаю. Обязательно будем болеть, переживать и держать за вас кулаки. Я напомню, на прямой связи из Саутгемптона был тренер казахстанских боксеров Олег Ковальчук.